Всем привет, ребята! Вы на канале Алиса Блэк, и сегодня я хочу показать вам три способа, как можно сделать розу из платка для того, чтобы украсить пальто, либо же декольте. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю всем приятного просмотра. Первый способ наверняка знают многие, но если вы вдруг не знаете, то смотрите. Два противоположных конца мы завязываем в узел, а теперь два других конца нужно протащить под этим узлом. Один в одну сторону, второй во вторую. Тянем два конца в разные стороны и получаем вот такую вот розочку. Я думаю, что потренировавшись пару раз, у вас все очень быстро будет получаться. Для второго способа нам нужно сделать мелкую гармошку. Чем гармошка мельче, тем будет красивее. Делаем гармошку у края платка. А теперь нам нужно сделать узел. Расправляем лепесточки. И повторяем все то же самое с другой стороны. Делаем гармошку, завязываем узел и расправляем наши лепесточки. Вот что должно получиться в итоге. Это мы просто оборачиваем вокруг шеи и фиксируем булавкой, либо же брошкой. Ну а третий способ самый-самый простой. Мы просто повязываем платок на шею и плетем жгут. А теперь формируем из жгута нечто вроде розочки. Фиксируем все булавкой или же брошкой. На этом все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. Если так, то буду благодарна вам за пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы новый зритель. Я очень надеюсь вас увидеть в других своих роликах. С вами была Карина. Пока-пока.